Всем привет. Давно не было, 2 дня не было. Давно не было. Для меня это вообще давно не было. Для меня, у меня эта серия записываю как немножко так заранее. Давненько не было X2. Наверное, надо продолжать. Так, облака Атреус, ваш корабль Аргонский экспресс. Все, полетели. Че, мы перевозим челика, насколько я помню. Я ничего не помню. Вот реально вообще ничего не помню, как тут что. Еще мне... Контакт с местной торговой сетью. Допустим. Так, давайте посмотрим. Связь. Как там? Хо. Какая-то там хо. Сая хо. Ну мы же это совсем пообщались уже. Симпатичный костюмчик. Кто ты? С Еленой одинаковая фамилия? Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне не нравится, что бандана. Что тебе известно? Ты веришь в существование? Хватит об этом, я хотел бы узнать побольше о тебе. Я вчера точно... Ой, вчера. Все, у меня уже все, поехало. В прошлый раз так же я ответил. Да, ты прав. Не стоит терять время. Мы должны успеть до закрытия... Ну, конечно, я точно так же с нами попрощалась. Ну, кому... Кто не в теме, о чем было, посмотрите предыдущее видео. Ссылочка будет в описании. Кстати, надо уже сделать ссылочку на плейлист X2. Обязательно будет ссылочка в описании. Посмотрите, там все это есть. Я сейчас сделаю, сегодня сделаю, да. Так, ну что, все, летим. Да, штука вращается, я улетаю. Красота. Ничего, что я из спирали вылетел. Ну, звучит красиво, да. Это сейчас меня атаковать будет? Ничего не понимаю. Я ж куда-то вылетел откуда-то. Зачем я куда-то застыковался? А, он меня сейчас на планету кинет. Или что? Вообще не понимаю. Что делаем-то? Графонии подвезли. Окей, допустим, что-то какие-то руки шевелятся. Это, видать, какое-то местное растение. Не, ну выглядит красиво, окей. Допустим. Графония, конечно, восьмиугольные шары. Ну ладно. Могло быть хуже. Застыковался. Я на планете, я понял. Солнце так бьет. Это перехватчики пролетели. Сейчас меня уничтожать начнут. А там корабли летают такие вот, которых вращается еще все сзади. Что происходит вообще? Хоть бы кто-нибудь рассказал. Не, ну мувик интересный. Так вот полчаса и пройдет. Полчаса серии проведу за тем, что буду смотреть мувики. Так, это меня выкинули из системы. Красота величественная. Как я лодку... Меня лодку... Как лодку выбросили просто. Я помню это, да. Я сказал, что мусор выбросили. Это не мусор. Такие флешбеки вьетнамские. Внимание! Заканчивается регистрация пассажиров на рейс 3. Эй, пилот! Не могли бы вы лететь чуточку быстрее? Вороны даже плыть могут, и то с большей скоростью. Окей. Что мне делать-то надо? Какая цель у меня? В настоящее время мы ведем совместные исследования новой технологии. Перевести ученых двигателей совместно с группой на планету Тетис. Они работают под руководством боронского ученого Митона. Мы сотрудничали с ним. В настоящее время мы ведем. Так, окей. Куда летим? Врата, судьба, ролка. Мне нужна планета Тетис или что? Давайте посмотрим, где вообще мы находимся. Мы находимся в облаках Атреус. Так, мне нужна планета Тетис. А куда мне вообще, где планета Тетис? Так, допустим.
Допустим. Мне скажите, где находится планета Тетис, я их посажу туда. Ой, боже мой, показать инструктаж. В настоящее время мы ведем совместные исследования новой технологии космических двигателей совместно с группой Боронс. Все они работают под руководством боронского ученого Ньютона. Как это пропустить? Мы сотрудничали с ним раньше. И в результате единственная неборонская компания, поставляющая на рынок двигатели, пригодные для работы под водой, наша Терракорп. Ньютон гений. И его текущая работа... Допустим. Допустим, где-то есть планета. Планета Тетис. Врата, судьба, ролка. Что за ерунда вообще? Вот как с этим, как в этой игре жить, скажите мне, пожалуйста. Почему? Почему так происходит, что я просто не знаю, куда лететь? И это уже не первый раз происходит. В настоящее время мы ведем совместные исследования новой технологии космических двигателей совместно с группой Боронс. Все они работают под руководством боронского ученого Ньютона. Мы сотрудничали с ним раньше, и в результате единственная неборонская компания, поставляющая на рынок двигатели, пригодные для работы под водой, наша Терракорп. Угу. Ньютон гений, и его текущая работа чрезвычайно важна для проекта. Ты должен будешь доставить Ньютона и его ассистентов сюда, на нашу базу. На торговой станции в секторе облака Атреус ты встретишься с моей дочерью Саей и будешь сопровождать ее на планету Тетис. Все. Где вас ждут Ньютон? Я не самый этот, не самый логичный, может, человек, который вообще, но я понял, как, куда мне лететь. Все, берлога. Берлога — это у нас восточные врата. Берлога. Все. Автопилот включен. Все, полетели. В чем суть? Я не знал, что их надо и обратно привезти. Да, в Дом Света. Ну, не в Дом Света, получается. А, нет, в Дом Света даже. Или Аргун Прайм. Не помню, Дом Света. Поэтому, блин, прослушивать каждый раз брифинг. Как интересно, можно пропускать брифинг. Вот кто, Цыган, вот ты наверняка все в теме, вообще все знаешь в этой игре. Скажи, каким образом пропускать брифинг? Просто. И то я сейчас просто буду прям по ходу игры, каким образом. Ну, пока я залетаю. Окей. Я залетел в берлогу. Ладно, следующий у меня получается мне все время на Саутх. На Саутх. Систему берлога. Так, я пролетел с ИСТа. Если я пролетел с ИСТа. Автопилот отключен. То мне всегда сюда. Аргонский Меркурий. Аргонский Меркурий, уйди, пожалуйста. Давай. Стена. Стена же? Так, это карта. Вот тут вот брифинг. Давайте еще раз. В настоящее время мы ведем совместные исследования новой технологии космических двигателей совместно с группой Боронс. Все они работают под руководством боронского ученого Ньютона. Мы сотрудничали с ним раньше. И в результате единственная компания, поставляющая на рынок двигатели, пригодные для работы под водой, наша Терракорп. Ньютон гений, и его текущая работа чрезвычайно важна для проекта. Берлога, Туманность Херона, Аргон Прайм, Дом Света. Все. Я ошибся. Нам туда.
Аргонская торговая станция. Хергонская торговая станция, уйди, пожалуйста. Я не виноват, что здесь корабль появился. Рядом со мной. Он виноват. Ладно, бог с ним. Не буду бомбить. Я просто еще пока что вот я вникаю постепенно во все эти. Во всю механику этой игры. Она действительно уникальна. Возможно, что это культовая. Культовость какая-то. Я пока что честно, вот честно. Она мне кажется очень сложной. Потому что в других играх оно как-то более интуитивно понятно, что ли. А здесь получается, что. Автопилот включен. То есть вот эти вот постоянные пролеты по секторам и полное отсутствие какого-либо экшона, оно прям как-то, ну, странное. Конечно, понятно, что я больше привык к более таким аркадным космосимам. Если их можно вообще назвать космосимами. То есть вот Эверспейс, Фрилансер. А здесь все по-другому. Здесь настолько все по-другому, настолько все не похоже, настолько все странно, что вот условно я лететь буду от миссии к миссии, вот на самом деле, лететь буду ровно то время, которое хотелось бы отвести на одну серию. Если я буду вырезать те куски, которые я лечу от миссии к миссии, ну, то есть в ходе выполнения миссии. Не знаю, осведомлены ли вы об этом факте, мистер, но я все еще на борту. Не могли бы вы слегка поторопиться? Это Метон, да? Ну, пускай общается. Он любитель пообщаться. Ладно, летим дальше. Летим. Вход в систему. Туманность нейрона. Так, набираем скорость. Отлично. Автопилот отключен. Так, туманность нейрона, да? Аргонский Меркурий. Пока что не могу никак включить опять этот свой. Аргонская торговая станция. Как я понимаю, сейчас-то мне точно надо на юг лететь. Я вот сейчас же надеюсь, сейчас будет Аргон Прайм. У меня просто других идей нет вообще. То есть сейчас я должен лететь в Аргон Прайм. Из Аргон Прайм я попадаю в Дом Света. И уже в Доме Света я сажусь на какой-нибудь там Терракорп. Наверное, надеюсь на это. База Терракорп какая-нибудь. Ну, сцепись ты уже с ней. Ой, как все сложно, как все тяжко. Чтобы сконнектиться с воротами, он не может сцепиться, хотя они на карте уже есть ворота. Врата, северо-западное облако. Чего? Чего? Не понимаю. Рейдж. Ну окей, летим. В итоге я хоть сориентировался. Система перевернута. Перевернута произошла, она произошел переворот, когда я перевернулся, выйдя из автопилота. И поэтому я подумал, что, ну вот как бы, если вам не сложно, перемотайте назад. Увидите, что когда я вылетел из врат, меня крутануло. Лево стало право, право стало лево. И, короче, жесть. Ну ладно. Это все терпимо. Посмотрим, что дальше по сюжетке будет. Я надеюсь, что хоть как-то введут вообще в курс дела, как управлять. Как что здесь делать, потому что это крайне сложно. Я все еще не понимаю, как управлять этим кораблем. Он может быть. Он может быть сколько угодно. Так. Врата, туманность, автопилот отключен. Врата, туманность нейрона. Вот он сейчас опять куда крутанулся, блин, тварь.
Мне туда надо. Аргонская торговая станция. Мне прямо надо, мне нас надо, нас. Поэтому все, ускоряемся. Ускоряемся и опять летим. Возможно, я укорочу ролик, поэтому... Джулиан, думаю, у нас появилась компания. Я уверена, что видела пиратский корабль. Аргонский Меркурий. Аргонская Нова. Пиратский Мандалай. Мандалай? Малая верфь Аргонской Федерации. Альфа. Ну, хоть кто-нибудь-то будет? Их слишком много. Пострелушки! Откуда идет весь этот раздражающий шум? Я не могу спокойно думать при таком шуме. Пожалуйста, не могли бы вы согласиться выключить его? Так, мой текущий корабль. Так, цель. Давайте. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Эй, я говорю сам с собой или с кем? Так. Видео очки отсутствуют. Внимание, энергия на исходе. Внимание, ракета. Ракета «Шелкопяк». Святая королева! Ты даже не способен лететь прямо! Кто учил тебя летать? Готов спорить, что у него не было желудка? Меня убьют? Что за... Какой-то корабль вышел из маскировочного поля? Вау! Это было круто! Похоже на истребитель «Терракорп», но он не послал никаких опознавательных сигналов. Очень странно. Откуда идет весь этот раздражающий шум? Я не могу спокойно думать при таком шуме. Пожалуйста, не могли бы вы согласиться выключить его? Ох, лучше я останусь здесь. Метон меня уже окончательно достал. Когда все закончится, я лично выкину его из шлюза. Так, ускоримся. Нам... Эй! Я говорю сам с собой или с кем? Завали, пожалуйста, чувак. Только хотел сказать, что экшона да, нету. Да. Дом света. Автопилот включен. Только хотел сказать реально, что экшона нет. И что я, скорее всего, буду ускорять этот отрезок. Промежуток. Как тут, нате вам. Экшон, экшон подослали. Ну ладно. Экшон, конечно, такой. Экшонистый, я бы сказал. До этого и такого не было, поэтому окей, сойдет. Поднять бы, как еще управлять истребителями всеми этими, потому что то, что у меня здесь есть, я боялся, все время боялся, у меня же сохранения нету. Я боялся, что при переключении между видами, между F1, ну, вот на кнопочку F1 меня опять выкинет игра, и меня просто бомбануло. Я бы удалил игру и больше никогда бы в нее не играл. А поэтому пока что вот... Ну, летим, окей. Пока вылетов нету, и надеюсь, что сохранение будет совсем скоро. Потому что вот уже скоро пройдет те самые полчаса, которые я отпустил на это видео. Блин. Ад. Полчаса на миссии. Не, но с одной стороны, возможно, что эта игра как раз относится к той категории игр, которую надо прям проживать.
И возможно, что она скорее для стримов. И вот сегодняшняя серия это скорее как раз подскажет. Потому что если это на самом деле так, то я и буду играть на стримах. Вход в систему. Дом света. Автопилот отключен. Аргонский мамонт. Аргонская торговая станция. Аргонская торговая станция. Аргонский мамонт. Так, ускоримся. У меня, как я понимаю, все сломалось нахрен. Так, что у нас здесь есть? Пиратский корабль. Рядом со мной. Шик. Шик. Штаб-квартира Террахолл. Стыковка разрешена. Автопилот включен. Ускоримся. Пиратский корабль там сзади меня крутится, если что. Ну ладно, бог с ним. Мне главное довести Метона, остальное пофиг вообще. Это ад. Как здесь деньги зарабатывать, я так и не понял. Кто у меня что купит, я тоже так и не понял. Опять? Окей. Альфа. Один, окей, один. Наемник, Альфа. Успешно сел. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Контакт с местной торговой сетью. Торговля. Недостаточно средств. Двадцатипятимегаваттные щит. Недостаточно средств. Продукты не покупаются. Пообщаемся с Еленой Хо. Может, что нового расскажет? Нет уж, тебе лучше туда не возвращаться. Метон просто не в себе. Но не стоит беспокоиться. Я позабочусь о нем. А тебе следует доложить обо всем моей маме. Рада была познакомиться с тобой и сражаться вместе. Увидимся. Лицо почти гладкое. Нет, это неприемлемо. Как? Я не понимаю, как вообще могло произойти нечто подобное. Невероятно. Я хочу видеть всех свободных сотрудников. Объявите общую встречу через 20 минут. Я перезвоню. Слава небесам, вы здесь. Я только что узнала про нападение. С Аей все в порядке? А как пассажиры? Про Сая спросила в первую очередь. Она все еще пытается успокоить Метона и его группу, но с ней все в порядке. Спасибо, Джулиан, огромное спасибо. Если бы они уничтожили экспресс... Сая! Боже! Мне следовало самой отправиться туда. Поверь, Джулиан, с этого дня ты навсегда в моем сердце. Угу. Я профакапил все, что можно, но я в ее сердце. Окей! Насчет экспресса, он уже не выглядит таким новым, каким он был до этого полета. Надеюсь, это не будет проблемой. Не волнуйся об этом. Ты не виноват в произошедшем нападении. Мы и подумать не могли, что в пути случится нечто подобное. Иначе... Не сейчас, я занята. Иначе обязательно позаботились бы о вооруженном эскорте. Не могу поверить в... Эскорте, а не экскорте. Эскорте. Этого не должно было случиться. Всего несколько человек и штаб-квартиры Терракорп знали о транспорте. Если атака была спланирована заранее, кто-то в штаб-квартире виновен в утечке информации. Я определенно не оставлю этот факт без последствий. Нисхо, вы немедленно нужны нам в доке номер 5. Они... Пусть подождут. Если они не желают ждать, то могут катиться к чертям в любое время. Пока я не забыла. Ты отлично справился в критической ситуации. Угу. И я Конечно. Позабочусь о соответствующем
твоей храбрости вознаграждение. Спасибо. Вскоре будут готовы твои документы на Меркурий. Это мой старый транспортник класса ТС. Я частенько летала на нем несколько лет назад. С него, правда, сняли все оборудование, включая щиты. Так что для начала тебе придется заскочить в док оборудования. Надеюсь, это поможет тебе и дальше оставаться на верном пути. И не возвращаться к прошлому. Полагаю, ты не откажешься не дальше работать на нас. Да, кстати, старый корабль ждет тебя в главном ангаре. Мисс Хот! Одну минуту. А транспорт будет готов к твоему отлету. К сожалению, у меня больше нет времени. Объем моей работы в Терракорп постоянно возрастает. Как будто мне недостаточно проблем с тем, что произошло в последние дни. О, Джулиан. И последнее. Бен Дана на днях прислал сообщение. Он хочет встретиться с тобой как можно скорее. Думаю, у него что-то срочное. Удачи. Я уже иду. Что там у вас происходит? Ну да, озвучка такое себе. Внимание! Так, чего у меня... Отдыха на уровне 5. Закрыто из-за проведения учений... Сменить корабль. Пожарной бригадой станции. Ваш аргонский Меркурий. Ваш аргонский Меркурий. Следуя указателям. Торговля со станцией. Недостаточно средств. Так, ну это другое дело, конечно. Так, что у меня там по... Где Бандана сидит, я забыл. Так, все полученные сообщения. Ты найдешь его на борту Аргонца в секторе Аргон Прайм. Аргон Прайм, окей. Окей, Аргон Прайм. Врата, красный свет. Нет, красный свет, это не то. Не то, что я ищу. Аргон Прайм на севере. Аргонская торговая станция. Врата Аргон. Автопилот включен. Все, автопилот включен, и полетели. Полетели к Бену Данна. Может, он мне хоть он что-то расскажет, потому что это бред полный вообще, что происходит. Боже мой. А аргонцы. Кто такой аргонец? Ладно, сейчас узнаю, кто такой аргонец. Не, ну скорость здесь прям, да, получше такая, 326. Не 700, не 700, конечно. А что, я на Меркурии, да, на своем? Реально. Я ж на разведчике должен был быть, не? Не, не то? Не варик? Вообще не то? Вход в систему. Аргон. Автопилот отключен. Аргонский Титан. Титан. Аргонская торговая станция. Скорости. Фабрика мегаваттных щитов. Альфа. Аргонский Бастер. Бастер. Это как ублюдок, только Бастер. Может, на Титан сесть? Аргонский. Аргонский Титан. Навигационный программный модуль МК-1. Отсутствует. Аргонский Бастер. Верхь Аргонской Федерации. Альфа. Фабрика мегаваттных щитов. Альфа. Аргонская торговая станция. Ничего не понятно. Ладно, сбавим скорость. Сбавим скорость и посмотрим, что здесь вообще есть. Так, Аргонская торговая станция. Это то, что у меня выбрано. Окей. Аргонский космический док. Аргонец. О, Аргонец. Аргонец. Навигационный программный модуль МК-1. Отсутствует. На чем я лечу? Аргонский разведчик, все окей. Аргонский первооткрыватель. Последний. Аргонский Бастер. Не-н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 е-
Аргонец.
Ну, а как мне в него сесть? Навигационный программный модуль МК-1 отсутствует. Навигационный программный модуль МК-1 не установлен. Что это значит? Аргонская НОВА. Как мне с тобой состыковаться, чувак? Ой, боже мой. Ты что? Фабрика мегаватных не то. Щитов Альфа. Ты что? Аргонская НОВА. Аргонская НОВА. Ты опять карту открываешь, что ли? Да чтоб тебя... Аргонская торговая станция. О, выбрать целью. Аргонская торговая станция. Типичная стыковка разрешена. Автопилот включен. Отлично. Чё за МК-1? Навигационный модуль МК-1. Мне его ещё покупать, что ли, надо? Совсем, что ли? На аргонца, говорит. Сядь, говорит, на аргонца. Успешно сел. Успешно сел, я знаю. Контакт с местной торговой сетью. Не, нету никого. Торговля. Навигационный спутник связи. Недостаточно средств. Эти спутники недостаточно Недостаточно средств. Продукты не покупаются. Куда я ввязался? Так, окей, допустим. Допустим. Возможно, это такая, это... Сейчас возьмем аргонца. Аргонец. Связь. Вы говорите с автоматической системой. Окей. Запрос. Соедините меня с Бендана. А, Джулиан, мой юный друг. Вот. Ясно. Рад вновь видеть тебя. Елена Хо оказалась довольна твоей работой. Она рассказала мне, как ты справился с той достаточно серьезной ситуацией. Должен признать, я впечатлен. Но достаточно об этом. Пожалуйста, посади свой корабль на аргонец и зайди ко мне в офис. Стыковка разрешена. Аргонец. Навигационный программный модуль МК-1 отсутствует. Как с тобой состыковаться? Так, ладно. Где-то здесь есть обучение. Есть, есть. Не тут. Автономные дроны отсутствуют. Нет ведомых. Так. Помощь. Так, отлично. Масштаб плюс, масштаб минус. Ерунда, 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 ерунда. Отменена. Чё? Аргонец. Навигационный программный модуль МК-1 отсутствует. Вы говорите с автоматической... Так, как же на тебя сесть? Сейчас я научусь всему. Я всему научусь, да. О, опции. Сохранить. Не, не то. Автономные дроны отсутствуют. Так. Импульсная пушка МК-1. Окей.
Так, допустим. Это вообще не то. Это стрельба, ясно. Отсутствует. Не хочу я выйти. Сохранить игру возможно лишь внутри станции или при наличии страхового свидетельства. Аргонец. Аргонец. Навигационный программ. Аргонский, Меркурий. Аргонец. О! Хелп. Так, отлично. Суф, я понял. Состыковаться. Shift D! Стыковка запрещена. Почему штыковка запрещена? Ничего, что я вообще-то там пообщался. Да. Да, давай. Соедините меня с Беном Данна. А, Джулиан, мой юный... Стыковка разрешена. Автопилот включен. Да, наконец-то. Привет, Джулиан, присаживайся. Итак, с чего начать? Хорошо, ты всегда хотел узнать, почему я начал помогать тебе. Я должен был сказать об этом раньше, но не был уверен. Черт, никто из нас, и я в том числе, не собирались распространять неверную информацию, особенно в данном случае. Ну, давайте, список вопросов. Кто я? Дело в том, что... Я хороший друг твоего отца. Я знаю. Ты никогда его не видел. И ты, возможно, думаешь, что он умер или ему все равно. Тем не менее, я могу уверить тебя, что это не так. С того момента, как твоя мать рассталась с ним, он продолжал следить за твоими достижениями. Дело в том, что тебя сложно поймать. Я знаю, я пытался это сделать лично несколько раз. Просто тебе всегда удавалось избежать тюрьмы. Так что на этот раз мы использовали наш шанс. Поначалу я не был уверен, поэтому держал тебя в неведении. Это было необходимо. Так даже лучше. Для тебя и твоего отца. Ну-ка, давай, жги. Жги вопросами. Что значит так лучше? Кто? Почему скрывается? Возможно, ты уже слышал его имя один или два раза. Он твой текущий работодатель. Да, верно. Твой отец Кайл Бреннан, глава Terra Corp. Я уверен, что у тебя есть много вопросов, но сначала я расскажу тебе историю его жизни, чтобы ты понимал его взгляд на происходящее. Так будет проще. В любом случае, твой отец сможет рассказать тебе гораздо больше, чем я. Так что я лучше предоставлю возможность ответить на твои вопросы ему. Если, конечно, ты не хочешь узнать что-нибудь прямо сейчас. Как мой отец стал главой такой компании? Джулиан Кайл не возглавил ее. Он основал Terra Corp много лет назад. Все эти годы твой отец стремился создать технологию, которая позволила бы ему и другим вернуться на родину. Я боюсь, что именно его безустанные попытки достичь цели могли стать причиной, по которой твоя мать оставила его. Но это уже ты должен выяснять непосредственно со своим отцом. Итак, мой отец хочет встретиться со мной. Конечно, Джулиан. Но принять решение, лететь или нет, должен ты сам. Я разговаривал с ним несколько часов назад, и он попросил направить тебя в храм Гоноров, расположенный в секторе Юго-Западное Облако. Поверь мне, Джулиан, твой отец хочет увидеть тебя. Он ждал этого момента много лет. Хреново ждал. Кайл, твой отец, несколько последних дней выполнял важную работу, но обещал, что вернется в храм Гоноров к этому времени. Ты должен пересечь один раз западные врата и два раза южные, чтобы добраться туда. Я скоро повидаю вас обоих. Один раз западные, два раза южные. Нужно нанести визит твоему отцу. В разговорах о своих последних полетах он был чрезвычайно сдержан.
Желаю вам обоим удачи. Да, перед тем, как ты улетишь, один маленький совет от старого космического волка. Заскочи в местный док оборудования и закажи форсаж двигателя твоего корабля. До свидания, Джулиан. Бабла дай. Дай бабла. Ты мне бабла не дашь? Ну ты тварь. Ну ты тварь. Ладно. Местный, кого он сказал? Док. Аргонский космический док. Выбрать цели. Аргонский космический. Стыковка разрешена. Автопилот включен. Ускоряем. Сообщение. Поступило сообщение. Кайл Брэннон, твой отец хочет встретиться с тобой. Скоро он прибудет в храм Гуннеров. Лети через западные врата Аргон Прайм, потом направляйся на юг, пока не достигнешь сектора юго-западное облако, где ты найдешь храм Гуннеров. Но и Гафлет, священник Гуннеров, хранитель истины, ожидает тебя. Свяжись с ним сразу по прибытии в храм. Окей? Окей. 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 Автопилот отключен. Стыковка разрешена. Автопилот включен. Окей. Все. Сел. Док. Успешно сел. Успешно сел. Сохраните мне игру. Контакт с местной торговой сетью. Ох. Ох, 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 ох. Недостаточно средств. Мы хотели бы порекомендовать всем нам. Аргон Прайм, аргонский космический док. Все, на этом на сегодня все. Денег у меня не хватает на форсаж. Поэтому они, конечно, добрые, но злые. Но на этом на сегодня, опять же, говорю все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Жмякайте колокольчик, чтобы узнавать о новых стримах и новых видео. Следующая серия этого замечательного видео, черт его знает когда, вот честно, черт его знает когда, она долгая, она, возможно, больше подходит для стримов, поэтому, возможно, следующее видео именно по этой игре будет на стримах, простите, вот те, кто ждет именно эту игру, прости, цыган, это, в основном это еще и персонально к тебе, но будет, на стримах она точно будет, на этом все, всем пока.